ус храд. Так выманных. Пингалями балакал, ну тут тут, а потом ну вот. Том чигалла, табаллар. А седа так выманных. Не, том порава. Много джагульдинг это Игорь Егорович, ты горгнар. Кадрая алтунани. Твой ты. Харьюс. Харданда. Баратая, да? О, шет. Тетки хаттылар. Гастатылар. Исти-исти-исти бәді ола-ола. Туару ғой дейді. Устына мағдай дуадылар. Қада жамбыт уже. Jamutta. Чейде. Понеслась я. Разделка рыбы совершенно новым. Берет это понягаем. Подать. А да, рыгна. Смотри, не расапта. Ух ты. Расамали, да? Чё-чё! Чё-чё! Иди. Вина на халата иди. Что за рыба не? Мне. А? Ты мне. Какая-то рыба. Сделаем. Надо налобить. Сколько? Собаки гады. А так что нарем было. Почему гады? Вечно голодные псы. Харис. Хариус. И голодные псы. Вечно голодные, да? Псы прямыми кишками. Ну, было, да. Ну, че, когда он урмаха едет. Семенчик. Ты молода. И вечеринку на тухапу забыл. А? Иди один. Машкары муймо. Времени нет, солнце зашло. Дэвид Уолл. Нас. Bir pepinler. Evet de. Hayat uğurları. Yenir bak. Мох собака. В прошлом году занимался только.
Только не так было. Да. Как-то по-другому. Ой, кринка. Наши телезрители, я думаю, блин, видят. Фильма. Хариус. Якутская кухня. Какой там ресторан? На фольге 10 минут и все. Пальчика ближе. Афоня. Ким. На болтыке чанар. Видим это. Крестыллаш. Вот коронавирус. Молоко коронавирус. Болты обеденные. Пункин. Не одна. 105. Так, горы. Горы, горы, горы. И гоня. Среди гор Гоня, Гоша и Ганя. Русский Ваня, да? Ваня. Ваня, Ваня. Барваня, ладно, тот и тренер. Круче гор только Ваней. О, каракам сыграли, да, вот эти кыльявы. Сотовый на какие играют. Круче гор, только горы. Мы тут чай варим. Чаек. Реклама сапога, мужики. Берите вот такую. Братья славяне делают. Вот. Рекомендую всем. Тут пластиновая железка, немножко тяжеловат, но дышит. Стелька внутри. В Якутске охотном двору продается за 8. Вообще не жалею. Суперская вещь. Вторая рекомендация. Вот такой фонарик. Арктик называется. Три режима. Вообще до 60 метров запросто светит. В комплекте батарейка Duracell. Мизинчиковые три штуки. 3800 стоило. Вообще не жалею, что купил. Вещь мощнейшая. Рекомендую, ребят. Тоже магазин Охотник Двор. Дежнева. Дежнева 53, по-моему. Еще рекомендую вот такой примус. Давно купил. В Охотном Двору тоже видел. Вот маленький котелочек, вещь, как видите, не воды, вода с собой, газовый примус, всего 15 минут перекура, вся чай будет травами, вот так вот. Ватабалтидаллар. Аманкалла, атаналлах. Каспа, астах. Балык джахвары. Кюзи киттен. Не,
не идет. Секретное озеро. Мау-хау. Магазу. Кимичу. Следов нет. Движухи нет, но есть горы, горы и горы. Ну что, дорогой зритель, на диване хорошо, наверное, но тут вообще горы, 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 скалы. Вот так вот. Такие места, такие ощущения непередаваемо. Отдыхаешь душой, глядя на вот такую мощь. А ты вот на диване, у телека, канал Дикий смотришь. Смотри, смотри. Надо самому тут быть. Охота на охоту. О, уже лед. Первые заморозки. Местный асфальт. Якутские лайки. А, 9 месяцев. А ему 5 лет. Немножко запонка у него. Кровь. Еще тут один, а вон он, тут местный тузик. Следов мало, следов нет, ищем. Реально чистая вода. Подождите меня, песики, река тут большой. Мне бы сапоги не намочить бы. Там старый тренник. А чё сказали, ман, а там хабуре радян, ну я на то ханре. Дойдет трава. Не бей, блин. О, артачос. Кей, атакам, блин. Ну что, друзья, вчера ночью прибыл, то, что сумел снимать, снимал. Охота прошла, я дома, вот, ну, охота есть охота, не каждый год везет. Этим летом в Тумпонском районе большие пожары, да и у нас тоже до сих пор горит.
Вот. Вот поэтому зверь ушел. Даже медведя нету. Искали, искали, не нашли. Были следы. Были следы Сахатова, были следы оленя дикого. Вот. Горного барана Чубуку. Мало совсем следов. Но они уже устарелые. Все лицензии на руках. Насчет лицензии все по правилам. Вот. Нынче приобрел аж 3 вида лицензии именно в этих охотугодьях. Именно в этих охотугодьях. Вот. Что хотелось бы сказать. До сих пор хочется туда. Да, как видите, схудал. 10 килограммов за неделю бросил. Там природа, воздух. Даже есть не хочется. Даже одним воздухом просто сытый. Вот. Ну, как говорят местные, в этом году впервые в их жизни такая ситуация. Нету зверя, почти никто не добыл. Ничего. Все рыбачат. Трудно у них. Очень трудно. Нам-то магазины мяса, а у них мясо только на природе. У нас пособное хозяйство свое, коровы там, лошади, деребятина, а у них только лес. А в лесу пусто. Тишина. Тишина и пусто. Да, бывают рябчики. Уток тоже мало. Летят. Еще пока нет табунов. Мошкара просыпается солнцем. Сами видели. В прошлом году, в этот же день, в это же время, был снег. Вот такой. А сейчас глобальное матье. Наверное, потепление действительно действует. Вот. Ни капли дождя. Буквально ни капли дождя этим летом. Нету ягод никакой. Все маленькие только начали и так и засохли. Старики поговаривают, что наступает последнее тысячелетие, что не хочется очень не только верить. Вот. Но судя по всему, по тропам, по следам, зверь ушел, нету зверя. Вот что настораживает. Ну, пугать не пугаю, охота есть охота. Но впервые в таком ситуации, если попадает само охотничье население, это что, это уже кое-что значит. Так, ну, если видели на видео, этот ножик со мной был. Вот этот в бычьем хвосте. И вот что произошло за эту неделю таежной эксплуатации. Вот так вот. Бычий хвост. Я достаю только сегодня. Вчера ночью прыгал. Я заметил некоторые изъяны насчет угла, насчет грудастости. Ну, разделывать мы ничего не добыли, чтобы разделывать. Ну, а так по рыбе поработал. Там, где грудинка, там, где кончик. Консервная банка, парочку и рыба, штук там, ну скажем так, 100, наверное, слишком будет много, но предостаточно разделу.
Требует поправки. Требует поправки. То и я займусь. На доле, которая кована, видим появление неких объектов. Нельзя сказать, что это ржавчина. Что-то похожее на ржавчину в некоторых местах. Повторюсь, это сталь РВЛ. Вот. Рукоять капик. Да, я парочку раз намокнул. Был на воде. Плавает и плавает. Без проблем. Но, ребята, будущие заказчики, смотрите. На таежной природе, на охоте, на рыбалке через неделю совершенно новенький ножик становится вот таким. Так что при выборе ножа, особенно ножен, обратите большое внимание. Как только использовал ножик, сразу лезвие руками почистил и, как всегда, на брюке и особенно тщательно потерял, обсушил эту часть тряпочкой или вот так. Тряпочкой или то же самое на штанах. Вот так. Почему именно в этой области? Потому что, зайдя внутри бычьего хвоста, прилипает. Ну, сейчас входит нормально. Почему? Потому что сухо. Если тут кровь, не дай бог, жирная какая-нибудь, или кровь большая, небольшая, его не подтереть и засунуть сюда, при экстремальных случаях хрен вытащите. Придется газовать. После этого возможно. Вот поэтому предупреждаю всех. Я-то знаю, я-то делаю. Вот поэтому предупреждаю всех подтереть именно той части, которой заходит на ножны. А там у нас деревяшечка, вот, видим, заходит до конца, нормально. Не дребезжит, не капает. Плавал я на перекатах, был я по пояс воды, ни капля внутри не входит. Очень плюс, ни капли. А если была бы кожа, само собой, не было бы, но кожа более практичнее. Но насчет намокания, насчет плавания, такого уже на ножнах кожаных не будет. Вот так вот. Я человек прямой и честный. Так и всю карту раскрыл будущим заказчикам. А если нож был в темном, так и был бы в темном. Ну, где может там потереться? Все уже пропитано, пропитывается, поэтому так и остается. Так что выбор за вами. Вчера ночью приехал, захожу только сегодня. У нас уже день по заказам. По заказам. Заказы приступлю. Так, со вторника. Так, у меня три хвоста почти готовые. Надо одеть конский волос. Вот. Так, еще заказы в коже. Чуть попозднее. Вот. По гарантии. Что там? Один, два. Почти готовы. Тоже должен конский волос одеть. Так, и еще заказы, которые остались немножко. Огниво с правилой надо делать. И ножики готовы. Обзоры будут на следующей неделе. А так, только приехал.
На следующей неделе обещают снег и дождь, так что будем буду по хозяйству работать, вот, поднимать хозяйство. И у нас розыгрыш будет в октябре. В следующей неделе будет известно, какой день, выясню. А так ножи закованы, рукояти одели. Пора ехать, ребята. Пора ехать. Думайте, пишите, звоните. Ну, лучше пишите. А то шумно тут. Ворота варю. Много работы. Удачи всем!